Так, друзья, добрый день. С вами Михаил Тамойкин. Я пришел, так сказать, поздравить вас с Новым годом, с прошедшим, наступившим. Вот, сделать небольшую аналитику для тех, кто является Homo sapiens. Кому там что-то не нравится, отключайтесь. Вот, но для своих подписчиков, для своего круга близких, с кем я не отмечаю Новый год, но которых у меня очень много в разных совершенно странах и городах, для своих слушателей, для людей, которые хотят в жизни всегда двигаться вверх, вот я ставлю это видео. И, соответственно, мои поздравления. Видео, не знаю, когда оно выйдет, до Нового года или после, но в любом случае я поздравляю вас с заканчивающимся непростым очень 2021 годом и поздравляю вас с наступающим 2022 годом. Вот я принес такую интересную шляпку, которую я одену на нашу любимую кошечку. Посмотрите, как она прекрасно смотрится. Смотрите, как она прекрасно выглядит. О, видите, какой красивый импозантный вид. Вот, лежи, моя красавица такая. В общем, я вас поздравляю. И за это я сейчас выпью, ну, не шампанского, не из бокала. Вот, я выпью более серьезной жидкости, неизвестной. Вот, но очень такой приятной для меня. Вот, тут пару капель буквально чисто. Символически. И я еще раз призываю к тому, что вот употреблять вот такие вот напитки только для людей старше 35, очень малую дозу и только после того, как вы физически хорошо поработали. Ну, в общем, это я, так сказать, сделал ремарку, а сейчас я произношу тост, мои наилучшие поздравления и мой небольшой аналитический спич, который начну я с антиквариата. Но я вас поздравляю и хочу, чтобы вы искренне, вот я хочу сказать, достигали успехов, ну, не меньше, чем мы. Потому что если будет много таких, как мы, больше с каждым днем, с каждым годом, мы в конце концов станем непобедимыми вообще в принципе. Нас и так трудно сломить, но это будет намного сложнее, если нас будет больше. Вот за Homo sapiens я пригублю и с этими пожеланиями выпью вот этой жидкости. Вот вы услышали мои поздравления. И сейчас я разделю это видео на две части. Не знаю, сколько оно простоит ли оно вообще. Но оно будет, в общем-то, первая часть. Это я опять покажу традиционно небольшой антиквариат, как ответы на вопросы. Вот я выпустил недавно видео, и тут же мне пришло много ответов, много писем. И я хочу сказать, еще много было звонков и писем, главное, да, вот от людей, которые являются интересантами того, что делаем мы. И, соответственно, вот первая часть, это будет антиквариат. Снова я покажу предметы какие-то и немножко о них расскажу, чуть-чуть. Да? Вторая часть будет более серьезная. Она будет аналитическая. Связана будет с вообще ситуацией в мире. Ну, как бы такие штришки небольшие. И для Homo sapiens будут какие-то мои выводы, соответственно, с какими-то моими пожеланиями уже конкретными, связанными с, ну, скажем так, со всем, что является ваша жизнь. Вот, я расскажу, что я думаю, ну, а вы там, соответственно, сделаете выводы. Вот это такой мой новогодний спич, можно считать обращение. Итак, поехали. Вначале я хочу сказать о том, что мне пришло немалое число писем и, в общем-то, комментариев, как от оппонентов. Вот, я имею в виду комментарии, которые там мои помощники какие-то почистили, вот, ну, которые уж очень нелицеприятные. Но меня они радуют, потому что они показывают мне, что за нами наблюдает немалое число оппонентов. Вот, и они в ярости, они в недоумении, они в растерянности,
они, в общем-то, ну вот все, что касается всего вот этого вот такого вот, ничего с нами сделать не могут. И, соответственно, они ставят вот такие вот комменты, которые я сейчас дальше продемонстрирую. И также было немалое число писем и пожеланий о том, что продолжите рассказывать о каких-то предметах. И, в частности, нас попросили показать еще больше какой-то керамики, еще больше предметов экзотических, потому что люди коллекционируют много довольно, и вот такие просьбы были. Поэтому я сейчас еще раз продолжение предыдущего видео, как доказательство того, что невзирая на вот эти все пандемии, спады в прошлом году, вот этот вот уходящий год, вот, мы, невзирая на что, двигаемся вверх. То есть, что мы делаем? Мы работаем, мы продолжаем нашу профессиональную, мощную деятельность. Вот, зарабатываем, естественно, финансовые средства, вот, расширяем круг нашей клиентуры и круг наших знакомых, невзирая на то, что идет, говорю, вот этот спад экономики. И люди бросились искать, как спасательный круг, новые активы, которые их спасут. И очень много людей бросилось в антикварную тему, спасать свои там финансы, активы, потому что люди во многом разуверились в недвижимости, там, в каких-то других видах, там, ценных бумагах, в этих биткоинах, во всем. И вот очень много, и как ни странно, вот за 2021 год число наших клиентов, число тех, кто желает обезопасить свои финансы, свои активы, свои доходы, вот, они обратились к нам. Вот. И нам это очень лестно, естественно, мы расширяемся. По чуть-чуть, но расширяемся. И вы увидите дальше, в следующем году, насколько, так сказать, вот мы сделаем такой мощный скачок. Именно скачок, подчеркиваю, невзирая на вот этот общий глобальный спад. И в этой связи, соответственно, я хочу сказать, что каждый выезд, каждая поездка моя вчера. Ну, я говорю про себя. Я являюсь руководителем, в общем-то, научного сектора. Я руковожу определенным количеством коллектива, специалистов, высокой квалификации специалистов. Я контактирую со многим количеством людей, помимо клиентуры, вот, с профессорами, специалистами своего дела. Это и музейщики, это и эксперты, это материаловеды, это химики, это реставрационные центры. Вот. Ну и, конечно, с немалым числом клиентов, которые являются специалистами в своей области. Они обогащают меня там в финансах, в энергетической сфере, в каких-то других видах бизнеса. Естественно, мы обогащаем друг друга. Я получаю от них информацию, они, соответственно, получают от меня определенный сервис. Вот. Это либо юридического характера, либо это экспертного характера, связанного непосредственно с экспертизой или оценочной экспертизой. Вот это я рассказываю про то, что мы делаем и какой был уходящий год. Я сделаю небольшой. Но сейчас я вернусь к представлению небольшой части нашей коллекции, потому что просьба такая, вот, показать еще и экзотику показать. И как ответ тем оппонентам говорят, ну что вот вы там показали, вы, так сказать, это на последнем каком-то изгнании вашем. Если я начну показывать вам, а я уверен, что мы это сделаем обязательно, даже через наши возможности будущего как музея, вот, даже музейного комплекса, я бы сказал так, вот, это в обозримом, очень ближайшем будущем вы это все увидите. Я могу показывать бесконечное число времени, представлять те предметы, тем более в которые я вкладывал душу, которые мне интересны, только мне. Это я не говорю про то, что других членов моей семьи. Вот. И я вам покажу только те предметы, которые находятся у меня здесь. Потому что у нас хранилища совершенно в других странах. И эти хранилища, соответственно, мы туда привозим, упаковываем и оставим. Даже не столько я, мы их туда перенаправляем там почтами, различными транспортными компаниями. Я просто покажу вам только небольшую часть, но достаточно интересную. И мне задают вопрос, вот покажите какие-то особо ценные вещи еще. Вот я вам покажу, приоткрою небольшую, так сказать, тайну и занавес небольшой приоткрою из того, что мы коллекционируем, включая экзотику. Ну, вот сейчас я принесу сюда некоторые вещи, вот, и вам их начну показывать. Так, ну вот, я положу вот эту такую красивую шляпу нашей любимицы.
она будет мне помогать, соответственно. Значит, начну с керамики, с чашечек. Опять продолжу. Почему? Потому что, возможно, у меня немалое число слушательниц и людей, которые неравнодушны к керамике. Это действительно красота. Это, в общем-то, ну, не столько мое направление. Вот. Хотя так получается, что я волей-неволей такие вещи покупаю. И самое интересное, вот я сейчас вам покажу, какие-то ценовые характеристики расскажу и как вы можете, опять же подчеркиваю, все мои видео направлены на то, что следуйте этому примеру. Вот, потому что вы получаете колоссальную финансовую выгоду, на, вкладывая очень небольшие деньги. Ну, небольшие деньги, это от 1 евро там, до положим, там, 300, 200. Но в основном это 1,15 евро. Подчеркиваю, 1,15 евро. И вы можете вот за такую красоту относительно легко получить 100-150 евро. Чашечки вот эти почему-то вдруг стали пользоваться большим спросом, ну, последние, наверное, 2 года. Может быть, потому что все больше и больше дам там во всяких салонах или там обладательницы состояний, вилл или среднего класса. Ну, просто это потому, что это красота, это, в общем-то, редкость, это удивление для своих подруг, там, может быть. Ну, я хочу сказать, что мы тоже пьем вот чай из самовара. Мы садимся на веранду и пьем чай, наливая его вот такие маленькие чашечки. Почему? Потому что чай быстро остывает, и вы можете, конечно, большую кружку налить, но вы будете его обжигаясь пить. В такую вы наливаете, это чисто китайская традиция делать маленькие чашечки, да? И вот мы пьем из редких самоваров чай вот такими чашечки. При этом я хочу сказать, что мы удивляем наших гостей тем, что, например, в обед мы выставляем одни чашечки. На ужин мы выставляем другие чашечки. Вечером, когда мы на закате сна там сидим с огнем, да, то есть рядом у нас огонь, камин или какие-то другие там, я не знаю, огненные вещи, там, вплоть до таких вот, как называется, открытых огней, да, то мы выставляем третьи чашки. Люди удивляются, и людям это нравится. Вот, люди с удовольствием расспрашивают, и мы отвечаем на многие вопросы, касаясь, начинаем с чашечек, окончаем там другими какими-то важными историческими событиями. Это обогащает и их, и нас. Поэтому, возможно, это направление заинтересует не только женщин и многих. Вот я сейчас просто продолжаю, как показ того, что у нас их достаточно много. Я вам показывал, по-моему, раза 3 разные совершенно. Сейчас я вам показываю новые чашечки, да. Вот, ну так получается, что, я говорю еще раз, вы на них можете делать состояние. Ну, например, это чашечки. Да, кстати, я хочу сказать, что все вы увидите в фотосессии. Я постараюсь, поскольку это новогоднее обращение, вот, я постараюсь вам коротко это все сделать, настолько, насколько можно. Я хочу сказать, что очень много чашечек является подписных. Да, вот те, которые являются индивидуальны. Вот вы увидите там подписные ручной работы, или расписаны они вручную в результате каких-то там семинаров, каких-то выставок, приездов вот этих мастеров древних. Да, конечно, у нас бывают и неприятности. Вот я вам показываю, чашечка разбилась. Это очень хрупкий предмет материальной культуры. Именно этим он как раз, кстати, повышается в своей денежной стоимости, потому что он трудно сохраняется. Вот, например, распаковка, упаковка, транспортировка. Вот ручки уже нет. Мы будем ее реставрировать. Это золотая чашечка. Именно вы увидите тут лейбочку. Ну, все увидите, да? Это реальное золото. Там 22 или 24 карата. Достаточно ценная чашечка. И хочу сказать, что вот эти вот чашечки вот этого вот, так сказать, этого подписного, ну, когда мастер сам расписывает, они, как правило, не парные. То есть, потому что повторить вот такую вот ручную вязь или роспись, наверное, невозможно. То есть, она отличается. Поэтому найти парные чашечки, особенно вот этой, это очень редко. Дальше я вам хочу сказать коротко, да, вот про это предметно-тематическое направление. Демонстрирую, что мы делаем. Вот, я хочу показать вам вот такие, например, лимож французский.
извиняюсь за то, что фотографии, может быть, не сильно отражают всю блеск и красоту вот таких вот чашек, да, но это французский Лимож, замок Лимож. То есть не просто это производство при местечке Лимож, их там несколько, а это именно производство самое элитное Лимож, вы знаете, французский Лимож. Ну, вот такие чашки, например, вот такая пара чашек стоит где-то порядка 300-500 евро. Это я имею в виду, если вот сейчас вы попробуете такую найти. Особенно, если это замок, то есть Temple Limoges. Да, вот Le Castle Limoges. Вот, это Limoges, тем более, что, ну, красота, просто красота. Вот вы, там, не знаю, ваша жена пригласит свою подругу, они попьют кофе или чай. Это будет совершенно другое восприятие, поверьте мне. Дальше я могу вам показать вот золотые. Вот это все 22 или 24 карата золота. Вот эта чашечка, например, вот из такой чашечки, эта чашка очень редкая, сделана она в Чехословакии, то есть когда еще был Советский Союз, вот, и вот такие чашки заказывал генсек и семья генсека Брежнева и Политбюро, именно в Чехословакии. Вот такие чашки вы не найдете практически. Я хочу сказать, что я за ней гонялся, именно ехал специально в одно место, со своими друзьями, которые мне сказали, что вроде там они видели у кого-то. И вот я приехал действительно в этом магазине, в маленьком магазинчике. Мне показали несколько предметов, и я увидел вот эту чашку, которую я незамедлительно купил. Цена покупки была относительно небольшая для Чехословакии, но я удивился, что почему продавцы не посмотрели вот на этот вот лейбл, да, и не даже погуглили там или как узнали, кто, откуда вот такие чашки вообще берут. Поэтому я хочу сказать, что цена вот этой чашечки достигает нескольких тысяч евро на сегодняшний день. А куплена она мной, ну, я не помню точно, хотя у меня чеки все сохраняются, буквально несколько евро, там, ну, 10-15 евро. Вот, это я говорю, у меня чек есть, там, место, время и так далее. Я просто вам рассказываю, какие возможности в том числе есть у каждого из вас. Сейчас я уберу вот эту партию и покажу вам чашечки, которые стоят намного дороже и которыми пользовались короли, герцоги и знать, высшая знать, и которые на сегодняшний день достигают нескольких десятков тысяч евро. Сейчас я это уберу и покажу вам следующую партию. Красавица уснула, мой спич не выдержал, поэтому кому не интересно, отключайтесь. Итак, я вам демонстрирую чашечки, которые стоят очень дорого, подчеркиваю, у коллекционеров и у тех, кто является, в общем-то, любителями очень серьезной и большой керамики. Или большой какой? Это керамики высокого исторического предназначения. Вот сейчас вы ее видите. Это королевская французская керамика, которую вы увидите только в Лувре, Версале, ну, в замках и музеях первой величины. Вот сейчас я вам демонстрирую. Ну, вот такой уникальный вот сет. Сет это почему? Потому что есть блюдечко и есть чашечка. Это уже два предмета. Дальше я вам демонстрирую другой королевский сет. Вот такой. Посмотрите, какая прелесть. Это именно то, что вы увидите в Лувре, в Версале, ну, в исторических музеях, которые сохранили керамику высшей знати. Даже во многих замках, ну, я скажу так, ну, например, замок, например, Гриер в Швейцарии. Например, это будет Краковский исторический музей. Это будет, например, голландский художественный, как он называется, historical, исторический тоже музей. Вы там даже не увидите подобных предметов. И вот я вам дальше покажу, что вот, например, вот такая чашечка. Вот такая, видите, вот она. Это действительно чашка, которую, за которую вы можете выручить огромное количество денег. Почему я говорю? Например, когда я был в Версале, и мы разговаривали с, ну, с хранителем, ну, скажем так, с научным сотрудником. Он мне дал ссылку и сказал, что в Лувре, то есть он сам с Версаля, но он раньше работал в Лувре. И он сказал, что вот такая страховая стоимость вот такой чашки, она была
идентично, как это расписано, но немножко другого оттенка. То есть она была, ну, я бы сказал так, больше такого бирюзового цвета, вот там, где вы видите голубое, да, и узор был немножко другой, там, ну, с другим немножко оттенком, но практически идентично. Ее страховая стоимость 50 тысяч евро. Вот, я вам просто показываю. Соответственно, вы их просто не найдете, ну, я не знаю, даже у коллекционеров достаточно высокого уровня. Это я вам показываю, вот отвечая на вопрос, особенно там вот мне много писали, покажите, пожалуйста, чашечки или предметы керамики, которые пользуются особо высоким спросом и которые являются действительно высочайшей ценностью. Вот я вам показываю, вот эти чашечки, да, вы увидите сейчас фотосессию. Сейчас я их убираю, дальше вам показываю другие из керамики. Вот, например, чашки две, которые из Гонконга. И вы знаете, что Китай мощно идет вперед. Гонконг — это уже практически Китай. Вот, но вот это уже история. Это чашки где-то сделанные, выполненные. Это, естественно, ручная работа. Выполнены они великолепным мастером. И их стоимость примерно растет из расчета, если сказать, 70-100% в год. Вот примерно. То есть вот, так, вот такой набор вот таких вот двух чашечек на сегодняшний день даже в самом Гонконге, хотя Гонконг — это очень, как сказать, дорогой город, вот, они будут стоить где-то 3000 долларов. Вот, вот вы видите, у меня вот такие две чашечки. Дальше я вам покажу, поскольку речь идет о керамике, сейчас я перейду к другому, опять же, китайскому, поскольку у нас Китай сейчас лидер мировой. Вот, вот такой набор, это редкий набор, который выполнен где-то в 50-х годах прошлого века для высшей, ну, вот когда была, это как это называют, китайская вот эта вот хунвейбинская революция, тем не менее, мастера китайские, поскольку здесь есть лейба, вы ее увидите, мы ее расшифровали. Вот, это провинция, как она называет, не провинция, там этот, ну, провинция, да, не группа городов Шанхая, которая готовила по типу артели, производила керамические предметы для пользования руководством Коммунистической партии Китая. Вот вы видите вот такой небольшой сет. Он очень дорогой на сегодняшний день. Вот, я практически не видел второго такого. И могу сказать, что поскольку мы коллекционируем все, что касается алкоголя, то вот такой вот сет, куда наливается алкоголь, вот, он для нас имеет очень такую высокую ценность с точки зрения как композиция к нашей алкогольной коллекции. Вот я вам продемонстрировал керамику. Это по просьбе, опять же, тех людей, которые написали письма вот после выпуска моего предыдущего видео. Вот такие предметы мы коллекционируем, собираем и рекомендуем вам на них обратить внимание. Особенно, тем более, что сейчас праздник, и вы можете украсить свой стол с гостями, разнообразить вот каким-то показом такого предмета. Поверьте, что если вы выставите хотя бы вот один из этих предметов на, за столом и пригласив гостей, кто-то спросит, а что это такое? И у вас польется разговор очень серьезный. Глаза будут у людей гореть. Вот, и вы получите незабываемое впечатление. Вы станете более ближе. Вы найдете единомышленников. Вот я для чего вам показываю. Не только вы обогатитесь с точки зрения, все будут рассказывать, а вот у этого человека я был там в гостях, и у него я видел то-то, то-то, то-то. И вот дальше человек сам уже становится таким. Вот обратите на это внимание. Это я вот сейчас показываю этот тип керамики. Сейчас перехожу к другому небольшому экзотическому предметно-тематическому направлению, тоже связанному с керамикой. Au-dessus des vieux volcans glissent des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement.
de nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs, au-dessus des capitales, des idées fatales, regarde l'océan. Voyage, фарфоровый завод Франции. Вот это очень редкие вещи, приблизительно это конец 18-го, начало 19 веков, развитие производства Франции вот как раз в период Наполеона, где-то вот этот период, вот может быть до Наполеона, может быть вот во время его, но это шедевры керамические, мы коллекционируем их, правда это не столь такое, наверное, большое направление у нас, но оно тоже составляет достаточно внушительную по числу, а главное по качеству. Вот. Это королевский фарфор, великолепные вещи. У нас есть определенная подборка. Я просто вам демонстрирую, поскольку речь идет о вашей просьбе показать что-то экзотическое. Но вот такие вещи выставить в любом музее, в любом серванте, я не знаю, там даже... Вот, естественно, дамы или приглашенные гости из числа женщин, особенно образованных женщин, имеющих представление об истории скульптур, фарфора, там, которые, которым просто нравится изящество, они, конечно, на это обращают внимание. Я вам их демонстрирую, и, соответственно, вы посмотрите определенное это слайд-шоу. Вот такие вещи, они составляют определенную ценность с точки зрения людей, которые на сегодняшний день, вот сейчас, имеют небольшое количество финансовых средств. Потому что подобные вещи покупаются на развалах, они покупаются на блошиных рынках, они могут находиться на небольших хуторах, вот, и стоят сущие копейки. Но когда вы возьмете в руки, и вы действительно покажете специалисту, или таковым сами будете являться, вы увидите хотя бы лейбл, ну, я не говорю про какую-то внешнюю, там, прелесть и все другие какие-то факторы, вот, там, например, как лилии, или вот знаки королевского двора, вот, вы посмотрите на этой вот статуэтке, на ней вся символика королевского, королевской фамилии, королевского, национальные символы Франции. Вот. Это, естественно, позволено и предпочтительно вот такого уровня идет высшей знати, либо королевской семьи. Это просто прекрасное направление, я вам демонстрирую его. Ну, вот сейчас посмотрите фотосессию.
конечно, ну, для того, чтобы ответить нашим оппонентам, так же, как и доброжелателям, вот, хочу сказать, что мы коллекционируем, конечно, картины. У нас очень большая картинная галерея. Я сейчас не буду вам демонстрировать все, я просто покажу вам небольшие какие-то сюжеты, там, индикаторы того, что мы продолжаем это делать. Вот перед вами картина. Она еще до конца, ее атрибутика не закончена. Это картина, опять же, скорее всего, французского художника, старого художника. Это точно старше, ну, наверное, середины 19 века и туда. Хотя здесь стоит 1642. Ну, что это такое? Возможно, это год. По кракелюрам и по тому, как, в общем-то, оформлена эта картина, она может подпадать под 17 век. Я могу сказать, что она просто красива сама по себе. Она отражает какие-то горные, может быть, французские Альпы, итальянские Альпы, швейцарские Альпы. Ну, прекрасная картина. И особо ценная у нее также рама. Вот она сделана из цельного дерева. Она сделана великолепной филигранной резьбой. И тут вот даже, ну, вы увидите, с этой стороны вы увидите, как она оформлена. Она оформлена действительно как для музея. Вот такое оформление и вот такие вот какие-то элементы. Они говорят о серьезности коллекционера или даже государственного или музейного комплекса. Плюс даже малая рама, она имеет вот здесь вот такие распорки. То есть картина подчеркнута, что она особо ценная. И здесь вот карандашом написано какой-то Сант-Альба Мьюзиум. Ну что такое Сант-Альба, мы не нашли такой. По крайней мере, не нашли такой. Вот, может быть, это... Вот есть, был такой герцог Альба, вот, ну, итальянский герцог. Но он немножко по-другому писался, хотя, может быть, это уже не итальянский язык. И вот это вот лейба, то, что эту картину помещали в раму, и вот ее, может быть, оформляли вот с таким подрамником... Это швейцарский город Сан-Галлен, вот, это недалеко от Австрии, Лихтенштейна, и лейба это где-то середины 19 века. То есть вот я вам показываю, что мы коллекционируем, и это предметно-тематическое направление. Я могу долго рассказывать о всех картинах, которые лично я приобрел. И вот за этот 2021 год во время своих поездок. Но вот это вот, безусловно, один из шедевров. И я вам демонстрирую как индикатор, что мы движемся поступательно вверх. Много вопросов было, покажите там денежные монеты. У меня вон огромное количество монет, которые я привожу практически с каждой командировки. Вот, я сейчас вам продемонстрирую как индикатор не монеты, а денежные знаки и денежные боны. Вот, это 100, не знаю, как чего там, марок или так далее, мюнхенских 1922 года. Вот, 100 марок, вот они, очень... редкие, ну, относительно редкие, потому что это мюнхенское издание. Вот, это как раз когда Германия была в сложном положении, 22-й год. Вот это вот швейцарское банковское обязательство на сколько? На 1000 швейцарских франков 1863 года. Банк Люцерн. Вот, чистый, могу подписать, поставить свое имя. Это в золоте 10 тысяч японских йен. Вот, уникальное, редкое очень издание, по-моему, 1972 какого-то вот такого вот года. Среди коллекционеров пользуется уже достаточно высоким спросом. Когда-то ее можно было приобрести, там, наверное, за $100. Вот, сейчас это, скорее всего, несколько тысяч долларов среди коллекционеров, которые охотятся вот за такими вещами. Ну, посмотрите сейчас небольшую фотосессию и находите подобные вещи.
поскольку меня просили показать какие-то экзотические предметы, вот, и я вам их демонстрирую в этом видео, как доказательство того, что у нас коллекция очень обширная, и знания, которые мы получаем, они достаточно глубокие. Вот у меня в руках образец, чего бы вы думали, вот такая вот, как книжечка или что-то еще. Это образец туалетной бумаги 1920-х годов. Вот так выглядела туалетная бумага, да, в 1920 году во Франции. Ну, вы знаете, что мы привыкли с вами иметь вот такие вещи в качестве туалетных атрибутов, да. Вот я вам просто показываю, что вот такая вещь, она производит улыбку. У многих людей, которым мы их показывают, приходят к нам домой и спрашивают, что это такое? Туалетная бумага. Вот так вот она выглядела. Посмотрите сейчас это видео. Следующий предмет экзотический. Значит, это вот какая-то клинопись, какой-то тубус. Вот это вот естественный волос, то есть это ворс, я бы сказал так, что это волос человека, вот эта веревочка. И здесь какой-то календарь или клинопись восточного типа, вот, по нашему разумению, это что-то, вот, островов, наверное, вблизи Индонезии. Но некоторые специалисты говорят, что это индейская вещь. Мы еще пока не добрались до детального изучения, но она очень старая, потому что бамбук вот так вот растреснутый. И вот мы посмотрели, ну и, собственно говоря, пообщались со специалистами реставрации, которые сказали, что, ну, судя по виду, этому бамбуку точно больше 100 лет. Вот, судя по тому, как он растреснут и какая у него текстура. Вот я вам показываю эту вещь. И могу сказать, что мы ее в процессе изучения, но это однозначно какой-то раритет каких-то народов, связанных либо с индийской группой, либо с группой вот этих вот архипелагов, где-то вот района Индонезии и вот туда Галапагосы, может быть, ну вот Тихий океан. Вот я вам показываю. Хотя, может быть, мы ошибаемся, может быть, эта вещь даже тибетская, может быть. Но на сегодняшний день мы не завершили ее атрибуцию. Посмотрите слайд-шоу. Продолжаю экзотические вещи рассказывать и показывать в нашей коллекции. Вот это вот ритуальный, редчайший тибетский топор. Причем натуральный, то есть ритуальный, которым действительно исполнялись обряды. Вот им вот так вот, вот этой штучкой тюкали по темечку, видимо, птички. Или вот этой вот штукой тюкали вот так вот по темечку, убивали птичку. Потом ее разрезали, вот это вот пузо. Вытаскивали вот этим крючком кишки и производили какие-то ритуальные действия. Скорее всего, это птичку делали. Но мы не исключаем, может быть, это и каких-то других позвоночных. Вот. Но это редчайшая вещь именно вот такого тибетского религиозного толка. Почему я это говорю? Еще в 2003 году я опубликовал первую книгу. И вот здесь вот у меня есть экзотический предмет, который достался нам в коллекцию. Я не буду его рассказывать, не буду тратить время. Кому интересно, я вам могу дать ссылку. И кто-то почитает. Вот я вам покажу. Сейчас вы увидите в слайд-шоу. Вот здесь два ритуальных тибетских предмета, похожих вот на таких вот кинжал. Я могу сказать, что эксперт, доктор исторических наук, здесь я описываю в этой книге, когда увидела эти предметы, она, честно говоря, ужаснулась, сказала, что это мистические предметы, их иметь, дотрагиваться до них она опасается, хотя это человек образованный, доктор исторических наук, главного государственного исторического музея, Красная площадь, дом 1, вот, который я тогда еще обращался, там в 2000-х годах, которая увидела эти предметы и сказала, что
Был даже случай, когда эти предметы пытались вывести, и один раз случилось ЧП, авто-ЧП, когда везли эти предметы, вот погибли люди. Второй раз самолет упал. Вот. И она говорит, поэтому она к этим предметам не хочет иметь никакого знания этого самого. Вот. Я могу сказать, что мы обладаем подобными предметами. Для нас они составляют, в общем-то, достаточно высокую, интересную ценность. С нами ничего фу-фу-фу не случается. Видимо, у нас есть какой-то экран от вот этой всей мистики. Но я могу сказать, что за всю историю владения холодным оружием и подобными вещами я впервые вот такую вещь нашел и выкупил ее у одного коллекционера. Вот, я вам просто показываю и покажу вам сейчас слайд-шоу. Посмотрите его. Мы приобретаем другие вот подобные вот такие вещи. Это история, материальная история, ну, я бы сказал так, где-то примерно 16-17 веков. Почему я так говорю, сейчас вы это услышите. Это предмет, который является верхом. Вот здесь была еще шкатулка, копилка. Вот, вот здесь вот этот листочек или сверху, что он так сломанный. Это предмет мощный, массивный, литье, красивое литье. Я бы сказал так, художественно-ремесленное литье. Вот сейчас я вам покажу. Сюда бросаешь монетку. И дальше этот вот медведь, он вот так вот сейчас выпрыгивает. Сейчас я вам покажу, как это происходит. Сейчас, одну секундочку. Как это? Во, о, он вот так вот выпрыгивает. Вот. Сюда бросается монетка, то есть, видимо, на ярмарке, на базаре. Вот, вот сюда человек бросает монетку, ребенок, наверное, да, и вот так она падает, бух, выскакивает медведь, он ее крадет. И, естественно, люди смеются, улыбаются, вот, людям интересно. Но вот какие монетки сюда проходили, какого уровня, какого века? Вот я могу сказать, что это точно было до середины 18 века. То есть это где-то 16-17 века, судя по стране и по... Вот разъемы вот для этих, чтобы эта монетка упала. Эта монетка, естественно, должна быть не большого номинала, да, но достаточно для того, чтобы ребенок или человек, ну не знаю, там уж наверняка не пожилого возраста, потому что вряд ли пожилой захочет увидеть, как выскакивает вот такой вот медведь, да, только для того, чтобы. Может быть, конечно, что-то еще давали, там человек кидал, а ему что-то продавали. Вот, но это очень интересный предметно-тематический ряд, вот, говорящий о истории, ну, где-то, наверное, Бургундии, вот этого региона, то есть это и Франция, это и Австрия, это частично Швейцария, это, естественно, может быть даже это Испания, но, скорее всего, мы не атрибутировали до конца этот предмет, но вот это, скорее всего, Бургундия. Вот вам показываю вот такую вот экзотику, интересное предметно-тематическое направление. В 2021 год мы приобрели немалое число вот таких предметов. Это замки, старинные замки, где-то с 14 по 17 век, вот с такими вот ключами. Это мы уже сделали практически для экспозиции. Вот я вам показываю. Это очень интересное предметно-тематическое направление, которое позволяет атрибутировать не только мебель, но и сундуки. И даже дверные, как бы скажем так, ансамбли замков. Вот от того, какие ключи, какой замок, какого уровня сам замковый механизм и даже заклепки.
Вот это очень интересное предметно-тематическое направление. Мы его коллекционируем. Это очень редкие вещи. Вот я вам показываю. Ну, этот ключ уже такой вот он согнутый. Ну, вот он вот так вот мы его представили уже в качестве экспозиции. Вот это уже готовое для экспозиции. Ну, я почему говорю? Потому что немалое число заказов у нас поступает от различных бизнес-структур для того, чтобы мы показали какую-то экзотику. И вот такие вот замки вызывают интерес у определенных там бизнесменов. Некоторые из них даже просят вот для того, чтобы приобрести вот такие вещи и закрывать ими свой офис, я имею в виду кабинет свой офис. Это вызывает интерес у немалого числа их бизнес-партнеров. Ну, видимо, интерес резонный. Вот, ну, нам представляется, что вам интересно вот такие вещи увидеть и попробовать их найти. Посмотрите сейчас небольшое слайд-шоу. Последнее, вот сейчас я в этом сюжете покажу вам то, что, естественно, мы коллекционируем, это книги. Мы постоянно пополняем нашу библиотеку, она расширяет наши знания. Я даже не буду рассказывать всего того, сколько нам дает почерпнуть знания из книг. Вот книги все старинные, старше 100-150 лет, особенно раритеты 16 века, которые мы приобретаем, это уже редкость. И найти хорошую историческую книгу или книгу, которая бы раскрыла ваше понимание какого-то процесса, какого-то события в какой-либо стране, это ну, целый клондайк. Почему я говорю? Например, вот смотрите, есть, например, старинные славянские слова «вельможа». Что это такое? Велить может. Ну почему, например, там кавказские народы, арабские народы, индусы, японцы могут там говорить самурай там, или имам, или какие-то еще. Почему мы забыли нашу историю? Вот мы конкретно русские, славяне, поляки, не знаю, украинцы, литовцы, вот мы забыли свою историю. Вот. У нас раньше были вельможи, у нас раньше были бояре, мы как-то этого стесняемся. Вы знаете, что вот хасиды вот с этими вот колпаками, которые ходят, ими там на голову одевают, такие вот соболи они сейчас там делают, дорогие очень вещи, это все взяли от бояр, вот, потому что это статус, да, вот. Ну, например, другое слово, которое из книг, грабить. Что такое грабить? Это русское слово там, грабить, да, игра вбить, игра вбить, вот, то есть, это когда ушлые люди, или там, как их называют, лихие люди, играли в битие, то есть били и отнимали. Вот что значит слово грабить. Вот много подобных слов мы почерпнули из книг. Вы не найдете этого в Гугле. Почему? Потому что Google это определенный ориентир. Об этом я еще скажу сейчас в этом видео, потому что вы начинаете кликать, искать поисковик, и он выплевывает только то, что вам дает там Цукерберг или там кто-то еще, там вот владельцев вот этих Брин, там Билл Гейтс и прочие. Вот они вам дают только те, открыть и познать только те моменты, которые вам нужно знать. Вот. Многих вещей, даже тех, которые, например, вот, ну, я хочу сказать так по себе, я вот издал вот эту книгу старинную, да вы не найдете нигде, хотя она у меня отсканирована, много раз, скажем так, запрашивалась. Для, да она в Московской библиотеке есть, в Ленинской библиотеке, в Киевской библиотеке Вернадского есть. То есть мы подарили, в Литовской библиотеке есть, ну, во многих библиотеках, в Канаде она есть, во многих странах есть. Но вы ее не найдете, вы не найдете в оцифрованном виде. Поисковик ее не выплевывает, понимаете? Почему? Ну, наверное, не сильно выгодно какие-то вещи, которые мы здесь раскрываем и показываем на каких-то фактах. Да, вот есть факты материальной истории, их уже не подменишь. Они не являются
вот так легко заменяемыми. А это очень важно в наш век. И вот сейчас все больше и больше людей там пользуются Википедией, гуглят там и так далее. Там легко очень подменить или сделать информацию обезличенной и в случае чего сказать, ну вот мы не знаем этих фактов. Вот книги, ну вот, например, здесь очень много рассказано о менталитете еврейском. Евреи очень великий народ, очень умный народ. Этот народ рулит многими процессами, отраслями и экономиками. Вот здесь, в этой книге, вы ее увидите, очень интересно рассказывается о проблемах евреев в конце 19-го, в начале 20 века, как происходило становление, например, личности известного премьер-министра Дизраэля. Очень интересная книга, и я хочу сказать, что многое очень становится на свои места, когда вы понимаете, как, каким образом двигались Ротшильды, Рокфеллеры, каким образом завоевывали, например, свое положение какие-то фамилии, которые, например, стали рулить целыми отраслями, например, как фамилия Оппенгеймеров в Южной Африке. Вот они стали владельцами алмазных копий и, в конце концов, стали мультимиллиардерами. Вот это я просто к слову говорю, да, вот вы поймете менталитет этих людей, как они стали успешными, каким образом прошли они какой-то исторический путь, при этом официально, это официальная совершенно информация. Вот она написана в подобных книгах. Точно так же, как вы найдете много аспектов по истории, тех, которые на сегодняшний день, то есть истории Франции, она описывается совсем по-другому. Вот пришел там Саркози, стали издавать какие-то определенные учебники. Из них почему-то убрали огромный пласт знаний, фактов, точно так же, как из русской истории, российской истории, украинской истории. Ну, например, кто в Украине является самым известным гетманом или атаманом? Вот как вы думаете? Все сразу говорят, Хмельницкий, безусловно, Хмельницкий. Еще Скоропадский, да, был такой. А вы знаете, что был атаман, гетман Сирко? Почему его очень мало освещают? Потому что он был язычником. Но он является самым мощнейшим, непобедимым атаманом, который завоевывал крымские ханства, который совершенно спокойно делал набеги даже на, ну, я не знаю, там, на персидских завоевателей. Его боялись, пол Европы его боялись. Это знаменитейшая личность. Вот много таких моментов вы можете прочитать, почерпать именно из книг. На этом я заканчиваю и перехожу уже ко второй части, связанной с политикой, да, современного 2020-2021 года. Ну, кому это интересно, продолжайте смотреть. Кому не интересно, отключайтесь и забывайте, что такая личность есть. Друзья, ну вот вы посмотрели вот эту первую часть материальных предметов. О чем я хотел это сказать? Вот, в первую очередь о том, что доказательство того, что невзирая на все внешние факторы, вот как мы двигались ранее, когда мы взяли курс на создание
собственной материальной мощной базы, которая позволяет нам преодолевать все абсолютно сложности. Ну, практически все. Вот. Так мы и дальше движемся. Вот это первая часть, как доказательство, что мы делаем и каким образом мы движемся. Мы рекомендуем вам следовать нашему примеру, потому что, ну вот сейчас я вторую часть уже перехожу к политике, к социальной какой-то жизни. Вот, потому что вот случилась вот эта вот, как это, пандемия, да, и, соответственно, у многих, у наших случились несчастья, случились сложности, случился, так сказать, пробел, прокол, провал бизнеса. У многих случились колоссальные стрессы, потому что они встали перед выбором, куда двигаться, как двигаться. К сожалению, многие из них сделали абсолютно неверный, базисный, базовый вывод. Вот. И сделали не одну уже вот эту вот процедуру модную, да, о которой принято говорить. Вот я сейчас перехожу к политике, но я хочу еще выпить, вот сейчас тост поднять. Я не знаю, еще раз говорю, когда выйдет это видео, там, до Нового года, после Нового года. Но я выпью за ваше здоровье серьезного напитка, вот, который символизирует мое единство с друзьями, с подвижниками, единомышленниками, с гомо сапиенс, с тех, кто знает, как, что он будет делать во многих сложных ситуациях в жизни. Вот мы как раз относимся к той категории людей, которые стараются не сломаться и сделать правильные выводы. Ну вот за первую часть я подниму и пожелаю вам больших достижений, чем у нас. Искренне подчеркиваю, я хочу, чтобы вы достигли большего, чем достигаем мы. И это возможно. Это возможно. Вот, видите, не дает мне соврать вот это вот создание такое красивое. Посмотрите, как красиво на ней смотрится этот самый. Видите, шляпа. Новый год. Вам желают Нового года. Значит, поехали дальше. Итак, грандиозное событие. Сейчас я заем вот это. Тоже с каким-то ликером. Чудесный напиток. И там. Но я хочу вам сказать, вот у меня только один какой-то транспарант. Но мы их тоже коллекционируем. Так же, как в свое время, когда были вот эти майданы в Украине. Я коллекционировал, у меня наборы всех флагов, всех партий. С первого майдана, когда был там, по-моему, 2004 год. Вот, вот у меня все флаги. Вот точно так же в разных странах я коллекционирую вот такие вот антифашистские плакаты, подчеркиваю именно. У меня их много разных, но вот я сейчас продемонстрирую. Это на немецком языке, немецкие, соответственно. Вот, вот они, вот такие вот плакаты. У меня есть шведские, французские, испанские, английские. Вот такие вот, которые символизируют мою лично позицию вот к этому фашистскому мероприятию. Почему я это так называю? Потому что это событие, которое перевернуло, например, лично мое сознание очень серьезно. Нарушены все конституционные права, все международные пакты, все, так сказать, здравые человеческие нормы, да? Вот, это не я говорю, это доказывают все здравомыслящие люди. Произошел фашистский переворот. И если там говорят, есть теория заговора, там еще так, уважаемые господа, давайте быть вот сейчас четко по фактам пройдемся с вами. Я вам это покажу на каких-то индикаторных моментах, только очень малого количества фактов. Ну, первый факт, вы знаете, вот был такой план Алена Даллеса, что сделать с русским народом, со славянскими народами
Вот почитайте, что он там писал, каких подонков привести к власти, какие чувства низменные культивировать, какие, так сказать, факторы нужно искажать, каким образом настраивать молодежь, воспитывать. Вот вы почитайте, посмотрите. Неужели вы не видите, что все это реализовывается? Вот все это реализовывается. Бандиты приходят к власти, мошенники становятся идолами, кумирами, моргенштерны и вся вот эта вот наркота, и вся вот эта вот, я сказал так, шушера, мразь, которые пропагандируют насилие, наркотики, секс такой вульгарный, порнографию. Они все звезды эстрады, они все вот этими блогерами культивируются как идолы, и молодежь неокрепшая, она этому следует. К сожалению, у них нет иммунитета еще к этому. Вот посмотрите, неужели вот это все, и это каждое правительство каждой страны в силу вот этих вот трансмедиа корпораций, масс-медиа и так далее, они это совершенно спокойно для своей молодежи скармливают. Не возражают, не делают какой-то заслон, да. Вот это все практически происходит в наших глазах. Сейчас я говорю о событиях прошлого года, поскольку это мой спич. Я уже обращаюсь к людям, которые имеют аналитическое мышление, как человек, как профессор, как человек, который пытается спрогнозировать и для себя, для своей семьи выбрать какой-то путь базовый. И я сейчас вернусь вот к этой процедуре. Я хочу просто ее четко разложить, как индикаторные какие-то моменты, по полочкам. Давайте начнем с того. Вот все, кто вынужден, вот так сказать, говорит, вот я не могу, я должен вот сделать эту процедуру, потому что... И дальше начинает объяснять, там, на работу, перемещение, хочу на отдых, хочу ездить там к детям, хочу наоборот, там, так сказать, ходить по... вести такой же образ жизни. Вот. Неужели вам это ни о чем не говорит? Вы слабовольны, вы не можете сопротивляться. Ну, соответственно, что я могу сказать? Ну, значит, это ваш путь. Вот, вы не понимаете, что вы делаете. Почему? Давайте мы сейчас вот коротко об этом. Во-первых, все, кто делает процедуру, уважаемые господа, почитайте документ, который вы подписываете. Вот прочитайте его внимательно. Все ли вам там понятно? Все ли это? Вы же добровольно это подписываете. Но я еще раз говорю, все, что я подписываю, я все имею копии. Нет ни одного моего факта или какого-то там, ни таможенной декларации, ни какого-то контракта, ни какого-то обязательства. Что бы я подписал, я бы не имел копию этого документа. Вы подписали, почитайте, что вы подписали. Но неужели вы подписываете добровольно практически смерть своих детей, внуков или... участие в эксперименте, который конвенцией 1946 года запрещен. Человечество после фашизма, оно запретило эксперименты над людьми. Вы участвуете в экспериментах добровольно. Ну, значит, это ваш путь. 60-70% именно на этот путь встали. Это вот меня колоссально потрясло. Да, происходит волнение. Да, некоторые люди сопротивляются. Мы сопротивляемся. У каждого свой путь сопротивления. Я не рассказываю всех нюансов и не буду их рассказывать, по крайней мере, в настоящий момент все, что мы делаем для того, чтобы... Но, я подчеркиваю, я не вакцинирован, я не собираюсь это делать, я не буду добровольно это делать, я буду сопротивляться, потому что, во-первых, это мои принципы, во-вторых, я не участвую ни в том, в чем, что противоречит моим нравственным, жизненным принципам, и поскольку моя мать пережила детский концлагерь, то я не вправе даже в ее честь, в ее память участвовать вот в этом добровольно. Это я так со своей стороны говорю. Сейчас я хочу вам показать слайд-шоу. Каждый из вас после этого сделает свои выборы, свои выводы. Почему? Потому что вот эта процедура, она меня повергла в шок о том, сколько населения готово добровольно идти туда, куда их гонят. Но почему их гонят? Потому что владельцами вот этого вот всего патентов, например, там владельцы Ротшильды, Поповы, Путины и так далее, и так далее. То есть неужели вам ничем не говорит, что вот это наспех созданные какие-то биологические
элементы, которые изменяют генетическую, геном, ваш геном изменяют. Вот. Они еще имеют, конечно, вы еще за это платите. Из ваших налогов, из государственного бюджета берутся колоссальные деньги. Вот. Я вам просто дам небольшую подборку, а вы дальше посмотрите и сделайте сами выводы. Поскольку это событие прошлого года. И сейчас нас разделили. Тех, кто за, и тех, кто против. Вот те, кто за, вынужденно за, те, кто убежденный за, те, кто верит вот этим всем деятелям, это за, да? И те, кто против, по целому ряду причин. То, что мне непонятно, я уже в это делать не буду. Поэтому для меня это событие года, это водораздел, который практически ставит меня вот в эту когорту людей. И я об этом открыто говорю, я не могу по-другому говорить, потому что все мои предки, особенно те, которые прошли ужасы войны, и я подчеркиваю, моя мать, которая была узницей концлагеря и участвовала вот в этих во всех экспериментах фашистских, вот это мне не дает права действовать как стадо баранов. Посмотрите вот это небольшое слайд-шоу. Друзі, всім привіт! Пару годин тому я прочитав фейсбучний пост депутатки Вінницької міської ради Олени Верлан-Кульшенко. Депутатка обрана за списком ЄС, Європейської солідарності. В чому суть поста? До депутатки звернулася звільнена сімейна лікарка з роботи. За що її звільнили і хто звільнив? Її звільнили за відмову чергувати вночі разом з поліцейськими, тобто патрулювати місто і фіксувати факти смерті на дому. Не складно догадатися, від чого ці факти смерті? Від коронавірусу. Хто її звільнив? Департамент охорони здоров'я. Почнемо з самого простого і самого легкого. Яким чином Департамент охорони здоров'я звільняє сімейну лікарку автономізованого, незалежного, самостійного, некомерційного комунального підприємства? Практически те люди, которые в силу разных обстоятельств сломались, согласились вот на эту процедуру, они являются очень удобным, так сказать, массой форменной, из них можно лепить дальше. Вот что дальше будет, я уже много раз об этом говорил, я сейчас вам немножко об этом покажу и покажу слайд-шоу. Вот, вы сами посмотрите информацию, что дальше будет. А дальше будет вживление чипов в мозг. Увидите, это будет следующий этап. К нему уже готовятся, к нему уже идут мощно. Но до этого момента вас заставят кушать в обязательном порядке искусственное мясо, пить испорченное питье, там, не знаю, молочные продукты, там, не знаю, что, воду, которая будет содержать всякие там, не знаю, успокоительные, другую химию, да, которая вас сделает более лояльным, более послушным. И так это не я говорю, это говорят факты. И говорят ученые или специалисты, которые отслеживают в той области, в той области, в той. Но то, что в воду сейчас крупных городов добавляют химию непонятного содержания, как бы успокаивающие психику или там какие-то другие химические вещества, которые вдруг ни с того ни с сего одобрены ВОЗ вот этой вот организации, которая на самом деле Всемирная организация захоронения. Вот не здравоохранения, а захоронения. Потому что там этот эритреец Гебрейсус, да, я не знаю, сколько он денег взял от всей этой за кулисы. Вот, но он четко проводит политику, которая с точки зрения здравого, даже биолога, не врача, она всему здравому смыслу противоречит. Вот, ну, посмотрите эту информацию, я не буду на нее делать ссылку. Но сейчас я вам хочу сказать, что дальше. Смотрите,
Сейчас господин Цукерберг создает вот этот вот шлем, или как он назвал свою эту новую корпорацию, уже не Facebook, а это Meta, или как ее там называют, уже почитайте. Там уже пошли, как это называется, всякие насмешки над ним, и они оправданы. Почему? Ну, во-первых, что такое Meta? На иврите это смерть, по-украински это цель. В каких-то других народах это по-разному. Но он назвал ее почему-то, еврей Цукерберг назвал смерть, вот этот вот свой новый проект. Ну, если он еврей, если да, то что скрывать этого, да? Если он знает, что такое мета, то это смерть. Но я бы никогда не стал называть, например, смерть или ужас проект, который является, ну, делом таким грандиозным и всей моей жизни. Но он зачем-то это назвал. Так вот, вот этот вот одевается шлем, и человек дальше улетает в виртуальную реальность, где он будет Гераклом, где он будет сражаться, где он может быть героем там, историческим, современности, летать в космос, быть там супер Рэмбо и так далее вместе со своим другом. Естественно, люди, подсажены на такой наркотик, они будут хотеть этого. Потому что сейчас уже люди не могут оторваться вот от этих гаджетов. Что такое вот эти современные? Это объем информации. Как это? Я не отвечу на почту. Как это? Я там вот не прочитаю новость. Как это? Я не узнаю, что случилось там в Австралии или где-то еще. Это является целью того, чтобы вас подсадить на такой вид наркотиков. Ваш мозг жаждет информации, жаждет знаний. Но вы их получаете немножко не те, немножко вот с таким уклоном. Немножко с физиологической, я бы сказал так, наркозависимостью. Потому что вы без этого, многие без этого не могут жить. Я пытаюсь своих детей сказать, что вы должны, да, очень удобно получать информацию с помощью интернета, компьютера, современного гаджета, он удобный. Но вы должны научить и научиться самоограничению. Точно так же, как самоограничению себя научить нырять в холодную воду, заниматься ежедневно мощной физическим тренингом. То есть так же говорить себе «нет», уметь говорить себе «нет». Вот гаджеты вот эти и вот этот проект Цукерберга, они человека как раз делают рыхлым, аморфным, послушным, вот с таким вот хиленьким тельцем, и который не сможет сопротивляться ни тому, ни чему, что говорят вот те, кто засел наверху. Вот эти вот. Посмотрите эту информацию. И по поводу того, что будет дальше, проект вживления чипов мозг. К этому, кстати, почему Илон Маск такой знаменитый и великий? Потому что ему позволено. Потому что его основная сейчас функция – это финансировать все, что касается медицинских экспериментов и технологий вживления человеку чипов мозг. О том, что они бывают с несколько... толщиной в несколько атомов, я уже об этом раньше говорил. Вот, я не буду сейчас это повторять, и так, я думаю, это видео могут удалить. Но почитайте и Homo sapiens, сделайте для себя выводы, куда вы вступили, те, кто уже сделал процедуру. Вот, первую хотя бы. Ну, первая, вторая, они еще не сильно опасны. Вот, ну, мне так кажется, для человека здорового, он сможет их преодолеть, сможет их вычистить. Как, что, мой сын старший об этом говорит, я об этом говорил. Это, конечно же, голодание, это физический тренинг, это хороший сон, это здоровый образ жизни, это здоровые продукты питания, это дыхание, это водные процедуры. То есть, это практически вы можете освободиться от всех шлаков, включая вот эту вот жидкость, которую вы добровольно себе ввели. Это еще можно, 1-2, но 4, 5, 6 и дальше уже все изменит напрочь ваш геном. Подчеркиваю, напрочь, вы уже становитесь практически стерильным. Вот, это не я говорю, это говорят специалисты. И вы участвуете в фашистском эксперименте. Поэтому посмотрите, что будет дальше, для того, чтобы сделать вывод, что же вас будет в дальнейшем ждать, к чему вас готовят. Ну вот, чтобы у вас как бы было меньше сомнений в
том, что я вам говорю искренне, в том, что какие выводы я сделал за прошлый год. Вот, ужасные выводы в том, что большинство населения оказывается согласны с тем, что ими руководили и рулили те, кто будут ими манипулировать, как сказал Греф, как с рабами. Делать с ними все, что они захотят. Вот те, кто засел наверху, и те, кто возомнил себя богом или, по крайней мере, вечным бессменным правителем. Вот так не будет, увидите, потому что есть такие, как мы, есть сильнее нас люди. Вот, и, к счастью, это категории или количество этих людей достаточно для того, чтобы не позволить и выиграть эту битву. Как что? Посмотрим. Вот, посмотрим. Мы улыбаемся, и мы движемся, и мы вас призываем, вот те, кто уже, к сожалению, туда вступил, вернуться в лоно нормальных гомо сапиенс. Начать задумываться. Почему? Я вам сейчас дам следующую подборку, которая... Ну, характеризует, в частности, вот руководители Украины и России, да. Это прошлый год, это не те речи, которые там говорят, которые там каким-то образом, я не знаю, пропагандируются масс-медиа, вот. Это реальные, к сожалению, факты, которые, ну, никак не обойти, и которые говорят очень красноречиво. Они говорят о том, что достижения-то совсем другие. Они не задумываются о народе, о вас, о нас с вами. Вот. Они позволяют вечно, или нацелены на то, чтобы вечно эти люди сидели наверху, властвовали, делали с вами, из вас делали послушных роботов, молчаливых рабов. Вот. Поэтому посмотрите и сделайте. Более того, они не чистоплотные сами по себе. Они не чистоплотные. Они, я скажу, не хочу плохие слова произносить вот в этот новогодний, но, к сожалению, это уходящий год, уходящее время. И мы должны в следующем году не дать им реализовать все свои задумки. Для этого у нас все с вами есть. Смотрите дальше. В целом мы увеличили количество больных на 80% и по Москве на 70%. Это цифры, соответственно, около 20-40 тысяч, соответственно. Это большой объем. Лет. Поэтому по итогам форума в Сочи председателям правительства даны рекомендации до 1 мая установить плановые показатели общей смертности населения в своих федеральных, в своих региональных проектах, согласовав их значение с Министерством здравоохранения. Прошу вас, уважаемые коллеги, также... Можно повернуть микрофон? Добрый день. Сегодня хочу проанализировать поведение одного пациента. Данный анализ я сделал на основе объективных внешних признаков. Если доставить этого пациента к нам в клинику, мы сможем собрать все необходимые анализы и провести полное обследование для дальнейшего его лечения. Я хочу вместе с вами разобрать по пунктам то, что мы видим, и дать этому свою экспертную оценку. Украинские профессионалы, врачи, специализирующиеся на подобных пациентах, они уже в узких кругах давно диагностировали у исследуемого наркозависимость. В данном случае мы имеем дело с кокаином. Рано или поздно хроническое заболевание переходит в ту стадию, когда оно становится очевидно для всех заметным. В данном случае по внешним признакам мы явно видим последствия кокаина, то есть кокаиновой зависимости. В первую очередь это видно по поведенческим признакам. Мы можем обратить внимание на то, что пациент регулярно потирает нос. Это реакция химического раздражения слизистой носовой полости. Мы наблюдаем у пациента реактивную гиперемию слизистой оболочки носа, которая вызвана устойчивым ринитом. В 95% случаев это свидетельствует о употреблении наркотического вещества пациента через нос. Так называемая инсуфляция. Таким образом, кокаин попадает в организм. Поэтому у наркозависимых появляется привычка тереть кончик носа, регулярно прикасаться к нему, что-то поправлять. Это связано с эрозиями, которые образовались в носовой полости пациента из-за долгого систематического употребления наркотического вещества.
Следующий признак употребления кокаина – изменение голоса. Голос может стать скрипучим или подсаженным. В данном случае голос стал хриплым. А кроме того, у пациента замечены покашливания. Передасть нам этих вбивц, этих вагнеровцев. Они живут с украинским паспортом. Это большая проблема паспортизации, до речи. При носовой инсуфляции кокаина, он попадает в носоглотку и вызывает раздражение нежной слизистой оболочки трахеи и бронх. Из-за этого у больного появляется то самое покашливание. И его мы можем наблюдать у нашего пациента. Со всем уважением. Кроме того, это признаки длительного употребления кокаина. Кокаин употребляется с целью стимуляции центральной нервной системы. При этом он вызывает субъективно приятные для пациента ощущения, связанные с эйфорией, возросшими собственными возможностями, улучшением внимания, функций памяти. Появляются такие приступы активности, бодрости. Он может долго не спать, быть включенным в рабочие процессы. Но с развитием наркотической зависимости этот эйфорический эффект полностью нивелируется. Потім, коли ми зрозуміли, що він, ну, як та історія з полуниці. І мені здається, тут сама така ситуація, що він вже не є кимось. Постоянна апатична депресія з ангедонією, тобто неспособністю отримати удовольствие, становиться для пацієнта звичайним явлением. Та творческая активность, которая ранее возникала на фоне критического опьянения, меняется уже на полную апатию, бездействие. Но так как действие наркотика длится не такое продолжительное время, его необходимо поддерживать, иначе на смену эйфории придет апатия. Со временем приходится увеличивать дозу, что не проходит бесследно для самого организма и поведенческих реакций. Лечимся засобами для защиты от COVID. Да, тому я не знаю, спрацював чи не спрацював. У нас сьогодні в країні все є. Окрім те, що вам сказав. Я дуже хвилююсь. Соматичні змінення, які виникають у кокаїнових наркоманів, представлені в виде перфорації носової перегородки, о которой мы там говорили ранее, невриз тронічного нерва, сопровождающимся болевыми ощущениями. Кількість людей, які можуть сказати вам «ні», буде дорівнювати приблизно нулю. Переконайте мене, що Верховна Рада не перетвориться на РНБО, приймаючи сумнівні з точки зору законності та конституційності рішення, а швидкі та необхідні реформи потім не скасують суди. Можете заспокоїтись, цього не буде. Отдельно хочу обратити внимание на жести пацієнта. В конкретном случае мы можем наблюдать неусидчивость, суетливость. Пациент регулярно касается бровей, поправляет волосы, облизывает и покусывает губы. Проводит пальцами по лицу глаз. Мое резкое отношение к этому. И это навязчивые движения. Они наблюдаются у пациентов с кокаиновой зависимостью. Поскольку я вот тут про Украину, про Россию пару слов сказал. Почему? Потому что это, в общем-то, моя родина, можно сказать так. Это близкие мне люди. Вот. И я, естественно, переживаю за это, за все. И я не хочу печального вот этого вот ужаса, которому ведут вот эти вот захватившие власть бандиты, кланы и так далее. Вот. Но в Европе, к сожалению, тоже ситуация далеко не лучше. Я не буду рассказывать все, я просто вам дам, опять же, какие-то индикаторные ссылки. Кому интересно, сами сделайте выводы. Но в Европе, к сожалению, наблюдается тенденция, когда происходит ее закат. Да? Закат по всем абсолютно индикаторам
и путям, которые вот этот Европейский Союз выбирает, выбрал. Который... Почему? Потому что, к сожалению, вот те, кто рулит деньгами, они туда их направляют, вот этих правителей всех, вот, которые рулят, издают законы. И, к сожалению, вот те блюстители порядка, полицаи, все прочие вот эти вот прихлебатели, которые, ну, говорят, вот, это наша должностная обязанность. Вот я ничего сделать не могу, но я должен вас арестовать или там запретить вам и так далее. Вот это пособники, пособники, подчеркиваю, которые потом понесут должное наказание. Точно так же, как сейчас сажают там столетних этих, как называют, охранников каких-то концлагерей. Говорят, нет, ты был причастен. Их сажают. Посмотрите, сколько информации в разных странах, в Европе, в Америке, в Канаде. Вот, даже в Аргентине сажают вот этих людей, которые были охранниками, бухгалтерами там в концлагерях, да, в фашистских концлагерях. Вот, и сажают, говорят, а вот вы, когда стояли или там работали, да, по приказу там, или потому что это была ваша работа, вы не сопротивлялись, и вы пособники. Вот сейчас практически происходит то же самое. И мы с вами должны вот эти все атрибутики борьбы с фашизмом сохранять. Мы должны помнить поименно всех и наказать их. И также наказать все ихнее вот это вот, я бы сказал так, преступное сообщество. Все, куда бы как они ни спрятались. Это наша с вами святая обязанность. Я еще раз подчеркиваю, поскольку я сын узника концлагеря. Вот. Моя мать и ее брат были узниками детского концлагеря. Поэтому я не имею права вот это просто безнаказанно оставить. Еще один момент, последний, который я хочу сказать. У меня вот недавно был этот спич Путина, речь там его традиционная. Что меня в нем поразило, и на это обратил мой старший сын. И я послушал, действительно, это необразимо. Лидер страны, мощной страны, который претендует на роль глобального такого правителя, человека мегамасштаба, говорит, ну вот в обозримом будущем, конкретно там к 30-му, 50-му году, Китай станет супердержавой, мы это вынуждены констатировать, Китай самый сильный и так далее. То есть человек, который конкретно является лидером мощнейшей страны, которая по ресурсам, по всем показателям, была на 10 голов выше Китая еще буквально 20-30 лет назад, сейчас, который является уже 20 с лишним лет правителем, он заранее отдает эстафетную палочку и падает ниц перед другой державой и другими лидерами, конкретно перед Китаем. И говорит, да, вот так, значит, это не тот лидер. Он не может ничего сделать. Для того он не должен быть лидером. Он не имеет права возглавлять и быть избранным народом, потому что любой лидер должен стремиться свою страну сделать первой. Он должен, конечно, смотреть фактам в лицо, если вы там живете в Гондурасе или вы являетесь лидером Гондураса, но вы должны ставить такие позиции, поскольку вы обладали возможностями в виде государственной власти, державы, которая была на одном из первых лидирующих мест, и которая, как это называется, находится в тройке, пятерке, десятке лидеров. Вы должны ставить цель стать первым, а не сразу заведомо отдавать эстафетную палочку, говорить, а мы проиграли уже. Такое должно быть. А почему Китай выигрывает? Вот сейчас я вам подвожу инстанцию. Потому что, в отличие от России, в отличие от других стран, Китай сохранил свои традиционные, культурно-исторические, религиозные основы. Вдумайтесь в это. Китай не изменил свои религии, как, например, там наши предки, да, были язычниками, потом стали христианами, потом стали атеистами, потом вдруг опять пошел разброд. Одни стали родноверами, вторые там язычниками, третьи там стали атеистами, четвертые снова вернулись во главе с властью к тому, что из коммунистов они стали. Вот Китай. Почему? Потому что Китай раньше преследовал и имел даосскую теорию, идущую от Конфуция, Лао-цзы,
так и сейчас он придерживается конкретно этой же религиозной, если можно так, хотя это не религия столько, больше, да? Вот. Те народы, Япония, Китай, которые придерживались, Израиль, который придерживается своей традиционной, исторической, исконно исторической, религиозно-социальной основе уклада, движутся вверх. Они всегда сохраняют единство. И Китай вкладывает в свою материальную культуру 27% ВВП. Не 0,9, как Россия или там Украина, а 27% в материальную культуру, в свою, вообще в культурно-историческое наследие. Вот я на этой основе заканчиваю мои поздравления тем, что, пожалуйста, в своем семейном бюджете, в своих устремлениях, независимо от того, какой, так сказать, бизнес вы ведете, задумайтесь о том, что материальная культура, возможно, является той палочкой-выручалочкой в следующем году и в последующих каких-то, не знаю, обозримых отрезках меньше, возможно, для вашей семьи и для вас лично. Вот той палочкой-выручалочкой, которая, если говорить аллегорически, как Китай, сможет стать лидером. Вот я на этом заканчиваю. Мы именно так исследуем. И мои вам еще раз наилучшие поздравления в новом 2022 году.